Здравствуйте! Вы попали на канал hardreset.info. Это телефон Krüger & Mats Flow 6 Lite. И сейчас я вам покажу, как на этом телефоне войти в меню Recovery, то есть в меню восстановления. Итак, нажимаем и удерживаем кнопку питания. И выбираем выключить. Телефон будет выключен. Мы соглашаемся. И ждем, пока он деактивируется. Отлично. Телефон выключен. Дальше, что нам нужно? Теперь нам нужно нажать и удерживать две кнопки одновременно. Это просто. Итак, это кнопка питания и кнопка увеличения громкости. Итак, нужно это сделать одновременно. Нажимаем на счет 3. И нужно нажать и держать. Внимание, нажать и держать. Раз, два, три. Обе. Зажали. И удерживаем. Тоже обе. Отлично. Вот, в принципе, почти и все. Мы попали в бут-меню. Итак, здесь мы можем увидеть, внимание, это важно, три пункта меню. То есть Recovery мод, Fast Boot мод и Normal мод. Итак, Normal мод, то есть нормальный режим, это можно его выбрать, чтобы вернуться обратно в нормальный режим. Меню Recovery, то есть Recovery мод, это пунктик, с помощью которого мы можем войти в Recovery. Это, в принципе, нам и нужно. Итак, напоминаю, кто не знает, чтобы двигаться, передвигаться в этом меню, можно использовать только единственную кнопку. Это кнопка увеличения громкости. То есть кнопку увеличения громкости можно передвигаться. Для того, чтобы выбрать пункт меню, а нам нужен именно самый первый, вот этот вот Recovery. То есть стрелочка показывает, какой пункт мы сейчас выбираем. Чтобы его выбрать, нам нужно нажать кнопку уменьшения. Уменьшение громкости. Итак, выбираем. Отлично, и ждем минуточку. Ну, даже меньше. Все, отлично, мы попали в меню Recovery. В принципе, и все, что я могу вам показать, ну, разве что, должен, наверное, объяснить то, что для того, чтобы передвигаться в меню Recovery, нужно использовать кнопки громкости. Тут уже можно использовать обе кнопки громкости, то есть и кнопку громкости вниз, и кнопку громкости вверх. То есть вниз для движения вниз, и кнопку громкости вверх для движения вверх по списку. Для того, чтобы выбрать какой-либо пункт меню, соответственно, выбираем, то есть нажимаем кнопку питания. Ну, сейчас для того, чтобы перезагрузить телефон, ну, либо же давайте выключим его. Хотя нет, знаете, давайте все-таки его перезагрузим. Выбираем пункт Reboot System Now, то есть перезагрузить телефон. Если просто хотите выключить, не перезагружая, выбираете Power Off. И нажимаете... Че он зеленым подсветился? Интересно, странно. Ну, ладно. Вот, и выбираете кнопку питания. Нажимаете кнопку питания. Итак, нажимаем. И видим, что телефон начинает перезагружаться. То есть так мы выходим из режима восстановления. Ну, в принципе, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Не забывайте подписываться, это очень важно. Также... напишите комментарий, если вам понравилось это видео, если оно было для вас полезно, если вы из этого видео извлекли что-то новое. Вам не сложно, а нам приятно. Всем спасибо за просмотр. До свидания.